Уже на протяжении многих лет в июле каждого года в Даугавпилсской крепости проходили зрелищные международные фестивали военно-исторической реконструкции «Динабург 1812». Однако пандемия COVID-19 несла свои коррективы в эту добрую традицию, из-за чего в прошлом году формат данного события пришлось пересмотреть. Этот год не стал исключением, поэтому было принято решение о проведении 17 июля акции «209-я годовщина боевого крещения Даугавпилсской крепости», схожей с прошлыми фестивалями реконструкции. В отличие от прошлых лет, в этот раз во время акции не будет проходить большого торжественного шествия, а число реконструкторов окажется заметно меньше, хотя они будут представлять как воюющие стороны, так и гражданские жители той эпохи. Уже с 10 часов утра в крепости можно будет осмотреть лагерь русской имперской армии, приобрести явства и изделия ремесленников и торговцев и понаблюдать за лагерями древних латгальцев. В полдень всех желающих приглашают на церемонию поднятия крепостного флага и открытия Николаевских ворот, за которым последует традиционный пушечный выстрел. После, вспоминая павших в 1812 году, состоится торжественное возложение цветов у памятника фонтана в крепостном саду. Затем начнутся показательные выступления клубов исторических танцев, а после — реконструкция разведки и боевых маневров у моста Николаевских ворот. Вечер завершится красочным огненным шоу с пиротехническими элементами. Напоминаем, что каждый несет ответственность за свое здоровье и здоровье окружающих, поэтому и просит соблюдать дистанцию, а также при возможности использовать средства индивидуальной защиты. Не стоит забывать и про жаркую погоду. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.